Доброе утро. Доброе утро. Проснулись? Да. Как дела? Готовимся. Дела нормас. Дашка хочет гулять. Буся. Тоже гулять? Гулять, гулять. Дашка уже бежит. Погода сегодня прекрасная. Позавтракаем. Что у нас на завтрак? Салат с капусты. Огурцов, приправленный растительным маслом. Яичница с подчеревком пожаренная. Ну и, конечно же, будет кофе еще. Лето сегодня у нас пришло. Погода прекрасная. Угу. Ой, Дашка просится. Сегодня обещаю 28 градусов. Уже все, пока-пока. Счастливо. Лето пришло к нам чуть-чуть раньше положенного. Обычно в последнее время лето у нас приходило ровно за графиком. 1 июня, 1 июня начиналось лето, 1 декабря начиналась зима. Последние года я замечала, а сегодня уже будет 28. Поэтому мы подготовились. Внук захотел к нам, потому что есть вода, можно побрызгаться. Буська, пробуй. Говорит, доброе утро. Говорит, доброе утро. Вот кто-кто, она любит фотографироваться. Вот так. Привет! Собака-улыбака наша. Глазки вытираем. Ну, все греются на солнышке. Тепло. Девушка, привет. Привет. Кабачки поднимаются потихонечку. Капуста уже пошла. Лодка готова к отплытию в бассейн. Плавать будем в бассейне. Друзья ждут. Ставим сейчас. Будет стоять под игрушкой. Так. Готовим наш любимый кофе. Я люблю латте. 1/3 молока и кофе. Кофе обожаю, арабика. Получается вкусно. Завтра расскажу вам, как я делала эти вкусняшки. Ну а сегодня у нас кофе. Всем хорошего дня, друзья. Кто не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего дня!